Своих кумиров пензенские гимнастки и их родители встречают аплодисментами. Но обстановка с первых же секунд по-спортивному рабочая. Короткие приветствия и мастер-класс Дины и Арины Авериных начинается. Близнецам 24 года, и они уже вписали свои имена в историю спорта. О главном чемпионском секрете говорят, нужно просто преодолеть себя. И на их примере поклонники гимнастики видели, как это происходит. Многократные чемпионки мира. За выступлением Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх, затаив дыхание, наблюдал весь мир. А вся Россия сочувствовала из-за несправедливого судейства. Юлия и Алина Катковы, тоже сестры, во всем равняются на Дину и Арину. Их мужество. Мне кажется, их пластика и то, их напор. А еще их сестринская любовь. Мы, конечно, очень благодарны, что девочки нашли время в своем плотном графике, потому что они еще тренируются, выступают, приехать в наш регион и рассказать все секреты своего чемпионства. Пенза – второй город после Казани, куда сестры Аверины приехали с мастер-классами. Всего они посетят 14 регионов. Подсказываем и какие-то секретики свои рассказываем, но, глядя на детей, у них так светятся, горят глаза, что, мне кажется, это им приятно и нам тоже. Параллельно тренируемся, ездим на сборы, параллельно выступаем и в шоу участвуем, и параллельно мастер-классы даем. В Пензе мастер-класс чемпионок продлился 2 дня. На занятиях Дины и Арины Авериных побывали не менее 250 детей. Причем не только из нашего города, но и из соседних регионов.